участие в областном конкурсе самодеятельных чтецов «Вдохновение», который проходил 18 октября в поселке Кольцово. И за это вот она получила диплом. Нагадала вещунья, много лишнего мне. Нагадала мне 30, мне уже 60. Если б можно бы было вновь прожить их опять. Нагадала мне 30, мне я бы вновь полюбила, как лет 30 назад. Я бы вновь полюбила, сердцу волю дала. Я бы ласки дарила и ромашкой цвела. Когда